Всем привет, с вами Шмыг, мы на канале Шмыг, сегодня поиграем в игру в ужастик Silver Canes. И давайте посмотрим, что за ужастик. Обосрамс или не обосрамс будет, да? Она, в принципе, она вышла недавно, вроде. И, в общем, короче, посмотрим. Посмотрим, как оно все сделает. Да? Или посмотрим. God, I crashed into a tree. Господи, я врезался в дерево. А подожди. А я ничего в машине не оставил? Бегать я умею? Да, умею. Это бег или это просто приближение? Где я? Это бег или... Или приближение? Не, вроде бег. Я уже близко, может быть там есть кто-то, кто мне поможет. Ну это вряд ли. Есть такое подозрение, что никто тебе тут не поможет. Вот. Ой. Кто там зырит на меня? Слышь? Есть помощь. И типа я не добегу или добегу? Ну, он, видимо, добежал, да? По красоте. Короткое вступление достаточно. Нам ничего не объяснили, кто мы, зачем мы, куда мы и за. Мы куда-то ехали, видимо, сюда и ехали, потому что одна дорога была. Кто не знает, что мы перевозили, зачем. Непонятно, непонятненько. Да? Но мы попробуем сейчас это все разгадать. Загадочки, загадочки. Слушай, ну знак какой-то, кого-то, как будто кого-то вот справа значок, да, как будто кого-то вызвали. Или вызывали. Дерево. Опять на улице? Вот зовет. Питер, нам нужно скорее уходить. Я зовут Питер. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, 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 нет. Так. Как я оказался тут? Последнее, что я помню, это авария и дом, но я вроде включился в дом. Как я оказался здесь? Надо осмотреться. Ну, давайте осмотримся. Сейчас, подождите, ребят, давайте я только знаете, что здесь. Ай, ладно, не хочу делать, в общем. Потом сделаем. Так, смотрим, открываем бы. Открываем бы, ты не открываем бы. Кресло-качалку. И не открываем бо. Фонарик у нас есть? Фонарик у нас. Ое. Ага. Мы не можем открыть? Мы не можем открыть. А, закрыто потом. Так, свет мы нашли, хорошо. Так, теперь дверку можем. Так, в ванну попадаем. Ваня у нас что? Какахи? Зеркало, я не отражаюсь. Плохо. Так, вторая комната какая-то, да? Спальня. А, ну заброшенный какой-то дом. О, а я могу спрятаться, да? Здесь, значит, мы можем... А, значит, от призраков мы будем прятаться, в принципе. А, запись на зеркале, ключ в библиотеке. Хим, что там может быть? Мне нужен ключ. А, это вот здесь, да? Ага. Ключ в библиотеке. Здесь что написано? Нажми И, чтобы открыть инвентарь. I'm left completely alone, all of spacebar. Да. Я осталась совершенно одна. Все служанки уволились в страхе за свою жизнь. Я не могу их винить, если бы я могла убежать от всего этого. Я бы так же и поступила на их месте. Все, что могло произойти, уже произошло. Мне не спрятаться. Я не могу спать, я постоянно слышу голоса и смех. Я еще...
А, еще это дьявольское хихиканье, оно сводит меня с ума. Я знаю только один единственный способ освободиться от всего этого. Это моя последняя запись. Прощай. Jesus Christ. Боже, что здесь произошло? What Подожди, happened there? мы ножницы. Мы ножницы. F, чтобы открыть дневник. Дневничало. Слушайте, ну мы в такие ужастики играли и. А вот эту херобору нельзя срезать? Как мне. А как мне. А, вот так вот. Думаю, можно обрезать веревку. Это нету? Этих нельзя кукол обрезать тут. Зачем инвентарь, который не инвентарь? Ладно, нам нужно найти фонарик, короче, я понял. Жаль, мы можем бегать. А, подожди, тут ничего не открывается, а это говно тоже не открывается. Да, окей. Значит, а, у нас там открылась дверь, вроде, нет? Да, вот эта дверь. Так, фонарик нужен. А эта дверь? Алло. Эта дверь не дверь. It's so dark in Здесь так here. темно. А я дальше не могу зайти, потому что там так темно. Понял. Так, мне нужно найти фонариус. А я могу взять лампу, например? Так, блин. А что? А, вот это вот открывается? Веревку какую-то мы можем обрезать, да, он сказал? Ножницами, по идее, мы должны обрезать какую-то веревку. Эту веревку мы не можем обрезать, подожди. Буквы, там не открываем. Здесь что у нас? F. Я понял. Это F, я понял. А, вот какая-то веревка, подожди. Во, ее обрезать можно? А как использовать-то? Ну, а как использовать веревы? Если ножницы-то как? Не понял. По идее, я должен обрезать эту веревку, правильно? Сейчас, подожди, может быть на единичку нажать? Думаю, можно обрезать веревку. Вот тут веревка есть. Я вот нажимаю на кнопки, хочет ничего. Где? Как делать-то? Короче. Так. И чего? Удален с фотографии. Здесь я и женщина на лицо не разглядеть. Бум-бум. Бум, какую веревку я могу обрезать? Они очень все понятно. Мне нужен ключ. А подожди, может быть. Я не могу вертеть тут ничего. А приседать я умею? Приседать не умею. Куда мне не войти, потому что света нет. Так. Подожди, а мне не. А может быть там в ящике есть? Подожди, сейчас мы вот спрячемся, типа. Нет. Непонятно. Кто знает, что делать дальше? Я что-то не могу понять, что. Лампу никакую я не могу. Что не открывается? Тоже не открывается. У меня есть только дверь, и вот тут дверь. Сюда я могу зайти. Здесь темно, но здесь веревка. Как ее обрезать? Подожди. Я могу тебя обрезать? Ну вот это вот какая-то веревка, блин. Ну ё-моё. Лампу. А, во, Е я могу где-то нажать. Подожди, где я могу и нажать? Ой. О, стой. Оп. Е, о. А, лампу я нашел. Все, вот, теперь туда пошли. А, вот сюда можем зайти. Э? А тут нет веревки. Тут же была веревка вроде. Короче, ничего нет. Лампа тратится, но вроде как бы не тратится. Потому что нету значка, чтобы она тратилась. Так, теперь я могу зайти, короче, сюда, правильно? Правильно. Здесь что у нас?
А, приседать я... А, ну да, приседать я не могу, я могу только, то есть, ползти. Ж понял. Так, на букву Т фонарь, не на F, а на Т. Хорошо, пошли. Опа. Опасненько. Опасненько. Либо налево мог пойти, да? Есть кто-нибудь? Дом выглядит заброшенным, но здесь горят лампы. Может быть, здесь кто-то есть? Опа, нахер. Нихера себе. А, так, закрыто. Мне нужен... Правильно? Ключ. Сиду. Дверь. Дверь не открывается. А, мячик нам показывает. Опа, ёптель. Опасно. Что это было? Что это было? Мне показалось, это было привидение. Надо выбраться отсюда, надо спуститься на первый этаж. Электричество. Нет. Кресло-качалку. Так, мы здесь нигде не можем не спрятать. О, записку. Читаем. После того случая служанки услышали, как я кричал, и без моего ведома вызвали доктора Моргана. Возможно, они правильно поступили, но я точно, но я точно уверен, что слышал тот ужасный голос. Я пытался объяснить про голос доктора, но он настоял на том, что это были побочные эффекты моего лекарства, и, возможно, я неправильно употребляю их. Поэтому оно могло вызвать галлюцинации. Мне прописали новые лекарства, и доктор попросил нашу няню проследить за тем, чтобы я правильно их пила. Возможно, это и вправду была галлюцинация. Ой, а как? А, стоп, а, на Е, да, на Е. Кажется, того, кто вел этот дневник, мучили проблемы с галлюцинациями. Понял? Тоже закрыл. А, значит, мне... А, подожди, вот это мы не проверили комнату. Или проверяли, я забыл. А, нет, не проверяли. Так, здесь еще какие-то записульки. Я их читаю. Так, опа. О, записулька мне подкинули, типа, это. Пс-пс, братан, хочешь выбраться? Мне нужен ключ. Здесь не про рам-брам. Let's play. Ну, давай, поиграем. Окей. Давай, поиграем, мазафака. О! Дверку. Ой, слышь? Дверь открой, падла, тварь. Ладно, мы спускаемся на первый этаж. Что ты там хнычешь, ты? Собака, тварь. Help me, help me. Ну, пойдем поможем ей. Мне не получается помочь. Сеструха. Там братуха. Так, здесь ничего пока нету, короче. Когда мы идем вниз, да? Первый этаж, как нам и сказали. Я смогу пройти здесь? Смогу? А он какое-то говно. Не, смотри, я сюда не могу пройти, значит, мне нужно... Не могу пройти. Так, давай назад. Сейчас, подожди, давайте я по графике немножко уменьшу. Так вот сделаем. Я уменьшил все или нет? Или нужно перезаходить в игру? Ну, короче, ладно, неважно. Так, значит, у нас там кто-то заплакал. Но... Опа. Уже была эта стена вроде, да? Ой, дверь. Или нет? О, посмотреть. О, а чё я посмотрел? Кто плачет? Нету? Самолетик. Записка. Меня сейчас кто-то схватит. Ага. Ну, это, в принципе, было предсказуемо. Сохранение. А, поворачивай объект, чтобы осмотреть. Опа, тихо там. Полно, нет? Да, так. А важно, не забывайте всегда запирать дверь от черной лестницы на замок, оставлять ключ в подсобке. Детям запрещено играть на кухне. Нет, там что-то было. Вот тут была какая-то. А, это что такое?
А, все, понял. То есть это не за... Это не в дневник не будет. Ничего нету? А как может быть заперт? Ну ладно. Заперт и заперт. Так, теперь что надо? Может быть здесь что? Ой, в смысле. Дверь, ключи. Ключанский нужен. Этот дырка. А, вон ключ. Нужно попасть в эту комнату. Хорошо. Если нужно попасть в ту комнату, мы в нее попадем. Так, тут ничего не открывается опять, да? Хорошо. Так, вот это, может быть, дверь открывается. А, ключ в библиотеке нам был, помнишь, сказал? Ой, ну ладно, пойдем тогда на первый этаж. Ведь нам теперь пройти тут. Опять не дадут пройти. Что же за бред тут такой? Так. Может быть, обратно надо? А что там обратно? У нас были какие-то комнатки обратно? По-моему, нет. Да. Ну, давай посмотрим, что тут обратно. Может, комод не открывается. А, вот эта дверь. А эта дверь вообще не ходит. Такие вот дела, малята. Так, а может быть, здесь что-то под шкатулкой? А почему? Я этот крутить могу предмет? Подожди. А, дверь еще была вон там с куклами. Угу. Пойдем туда посмотрим. Перко. Ну. Ну дай букву Е нажать. Пожалуйста. Ну не тупи. Ну пожалуйста. Ну дай. Он мне не дает нажать, да? Дай нажать на Е, говорю. И он не хочет нажимать. А вот. Не, закрыл. А что делать? Так, хорошо. Так, туда мы не можем вообще попасть, потому что она вообще закрывамская. Хорошо, поползли. Поползли, я сказал. А зачем ты выключаешь фонарь, когда ползешь? Блин, а как спуститься на первый этаж? -то? Что за бред? А, вот, тут можно нажать. Подожди. Ну, я же видел кнопку. Ну, не беси, да? Дай нажать. О, Е. Ну. О, да. Ну, он не хочет. Он вообще не хочет. Ну, блин, ну вот это вот бесит вот, в таких играх. Мне, может быть, туда и надо, нет? Иди нахер. Так, ключ мы так и не нашли. Может быть, где-то... Тут кого-то замуровали, да, похоже? Здесь ничего нету. Ключ там какой-то висел. От чего? О, тихо, Е. О, я взял какое-то говно. Что я взял? О, что это след тут? Что я взял? Дай. А, кочергу взял. А, кочергу я могу отодвинуть этот, да? Дверь, наверное. Или достать до ключа. Нет? Могу? Подожди, зачем мне кочерга? Для выгребания угля в камине. А. Поворачивай объект come in. Заходи. О, ключ. Ключ. Подожди, а кочерга-то мне зачем? Реально для выгребания угля? Камин нет угля. Так, хорошо, есть ключ. Заходи, захожу. Я крокодил, крокожу. И захожу. Так, зашли. О, толкнуть. В ту сторону или не в ту? А там какая-то записулька, нет? Не, наверное, в другую сторону-то.
Забраться не могу, что ли? Не. Подожди, а зачем мне толкать тогда? Что происходит? Так, что мне Так, подожди, может быть, мне его не толкнуть надо было? Ну, в смысле, может. А, вот, я же говорю. Ну, тут, блин, видишь, с этой кнопкой Е. Что? Так, назад Q. Видишь, тут с этим плохо очень. От чего этот? От этого? От этого. Очень плохо от того... Я говорю, очень плохо на Е двигай. Мы наверх пойдем, наверное, да, вначале, а не вниз. Ну да, нам говорили, что нам нужно как бы вниз, но мы же. Серьезно, дверь не открывается или опять Е не нажимаю? С Е, короче, какая-то проблема. Ну ладно. Так, значит, ну пойдем вниз на первый этаж, значит, нам говорили нужно. О, крик. Крик — это хорошо. Крик — это значит, меня кто-то слышит. Так. Рамбо. Кухну. Читаем. 20 августа 900 года мой любимый Гарольд ушел из жизни. Видимо, эта женщина начались проблемы после смерти мужа. А ты так и не скажешь, зачем я сюда ехал? Что я здесь? О, что там написано? Здесь мое имя. О, кто там? Здесь мое имя. Я что-то коты разыгрались. О, зал. Подожди, но мы здесь еще не. Берги больше нету. Да, перту, а здесь. И здесь открыто. Ёпти, как много всего я отпадаю. Открывал. Так, больше я ничего не могу прочитать. Записульки ваши всякие, нет? Так, здесь не открывал. Первый этаж там. Так, тут можно на второй подняться. Ежели чего. А, нет, хер. Кто это сделал? Что-то открыл или закрыл. Непонятно. Питер, это ты? Ну я. Зачем ты вернулся? Куда не возвращался? Она ищет тебя. Мамочка очень зла на тебя. Что за мамочка? Предостережение. В столовой я встретил кого-то. Это была маленькая девочка, или, по крайней мере, была на нее похожа. Она откуда-то знает мое имя и сказала... А, ну, блин. Хотел прочитать, ребят. А, тут ничего нет. А, открывается. А, вот это открывается. Так. Прямолинейно пока достаточно. Сейчас кто-то будет играть на пианино? Да, я так... О, камера, фотокамера. Запечатлить кого? Меня. Я не посмотрел на пианино. Там может быть... Да, записулька. Дорогой дневник, позавчера после долгого путешествия приехал мой Гарольд. Я безумно скучал и понимал, дети, то как счастливы. Наконец-то вся семья в сборе. Вчера мы весь день провели с семьей, он рассказал про свои приключения и раздал нам... Только подарков, дети в восторге от кукол и игрушек, которого отец им привез. Гарольду немного не здоровится после приезда. Думаю, он просто устал. Пойду приготовлю ему горячую ванну. В которой он утонул. А, недолго их счастье продлилось. Какой-то эп. Здесь можно спрятаться? Можно, хорошо.
Если что, можно к пианину. Прикольно. Кочерга? Могу. Опять закрыто, нужен какой-то клюв. Понятно. Ой. Ой, так это ж... Слышь? Так это ж... Опасный, за мной гналась высокая страшная женщина. Она явно хотела меня убить. Похоже, это и была мама, о которой подбежала та девочка. Я... Да ёптель! Хватит так быстро писать. Да. И исчезать, точнее. О, это детская. Я помню эту лампу, она с секретом. Думаю, это работает как рычаг. Что я там взял? А, это значит так, подожди. Это у нас, значит... Это не медальон. А как другую вещь-то взять? Алло. Во. Отрывная часть от бра. Я где-то видел сломанное бра, может быть, нужно вставить на место. А где я видел сломанное бра? Подожди, а вот этот с секретом, да, смотри. Что там за секретики? В или С, чтобы крутить рукоять. Что за секретики? Понял, что за секретик? Я нет. А можно выйти-то отсюда? Можно, да? С каким-то секретом. Лампа с секретом. С каким? Не знаю, пока непонятно, короче, да? Так, а где мы видели бра, сломанная бра? Не помню. По-моему, на первом там где-то вдалеке, да? Или нет? А, это вот та стена, которая та стена, да? Наверное. Тут какой-то секретик должен быть. Ой. О, там вызывали кого-то. О, шмотки. Это тёлки, наверное. Так, секрет надо разгадать. И надо О, что за... Вот. Здесь тоже можно спрятаться, нет? Что за маленькая девочка, которая мне помогла? Это моя сестра, что ли, видимо? Да, на звук шкаф, похоже, что что-то есть, надо хорошо посмотреться. О, вверх. Что за верх? Толкнуть. I know. Oh. Ранение. А, я в библиотеку попал, да? Ключ могу взять, наверное. Все, свалил, да? Так, библиотека. В библиотеке нам говорили, что был ключ. Оп, тихо, записульки, записульки, записульки. Чё в записульках? Черта нет в записульках? О, записулька тут одна какая-то.
Подожди. А, это не библиотека, это, видимо, учебный класс какой-то. Да? А, тут тоже есть шкаф, и можно в него тоже было спрятаться. Понял? Или не понял. Так. Запутал. Запуталась. А это что такое? Так, ну давай, там записулька была. А ключ-то где? Или это не библиотека? Это... Ну да, библиотеки там побольше книг. Скорее всего, учебный класс. Дорогой дневник, я не понимаю, что происходит в этом доме, я не верю никому. Вчера, проснувшись глубокой ночью, я, как обычно, пошла проверять деток. Зайдя в комнату, я почувствовал знакомый запах. Такой запах стоял, когда Гарольд возвращался после охоты с добычей. Заглянул под кровать и обнаружил обезглавленные тела животных. Было так много крови, смешанной с грязью и клочками шерсти. А та вонь! И это все было под кроватями моих детей. Я забрала детей к себе в комнату, а служанкам приказала все отмыть. Как, кто мог устроить такое? Мне кажется, что кто-то пытается намеренно свести меня с ума, чтобы отобрать единственное, что осталось у меня... Моих детей. Мертвые животные в детской комнате? Это ужасно. Так, пойдем тогда разгадаем загадку с этим. А с чем мы должны? Но почему я не могу туда пройти? Ну, это бред, блин, бегать туда-сюда и... Где был сломан? А, на первом где-то этаже. Открылся? Нет, не открылся. Ладно, нет ключа, так и нет ключа. Серьезно? Серьезно? Ну это совсем что-то грустно. А мне нужно разгадывать тогда загадку, да, получается? А, подожди, может быть я там как-то пойти? А, вот это не открывается вообще в принципе, да? Загадки, загадки. А ключа у меня тоже никакого нету, да? Я не вижу. Смотри, а в партах есть эти, может быть какой-то из них... О, открыть. О! Души умерших никогда не выполняют твою просьбу просто так. Они любят загадки и идут к тебе навстречу только после того, как ты решишь их или выполнить... А, или ты решишь загадки, или выполнить их просьбу. Обычно эти загадки как-то связаны с их жизнью. С их жизнью, точнее, просто, без вопроса, да. Чтобы их разгадать, мне приходилось рыться в их прошлом и узнавать самые разные детали жизни. Благодаря дневникам это было несложно, но с детьми сложнее. В основном они хотят играть, но игры у них необычные. Иногда мертвые строят барьеры в настоящем, через которые человек не может пройти. Они открывают их только, если выполнишь их условия. Но надо помнить, что они видят мир совсем иначе. Ой, ёб твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Доска... с порванной фотографией. Найти. И, видимо, кто-то хочет, чтобы начался... Мне нужно найти остальные части фотографии. Вставить. Мне нужно вставить. Это нельзя. Хорошо, это типа как этот, что ли, с этим. Flyers of Fears. А, вон там что-то есть. Что за фотография? Кусок фотографии нашел. Вставить. Мне нужно найти еще 4 части фотографии. Подожди, а у меня что, медальон какой-то есть? На медальоне? Он не открывается? Ну вот так. А, еще нужно найти 4 кусочка фотографии. Хорошо. Понял. Нет, не понял. В смысле? Чего? А что мне делать? Вот теперь Е появилась, да, но... она не нажимается. Ну, в смысле, я нажимаю, ничего не происходит. Что делать? Еще искать фотографии, а где я эти найду? Тут, типа, искать. Нет, тут фотографии. А, есть. Вру. И еще какая-то... Еще где-то часть одна должна. Ск-
Скорее всего, вот в этом углу, потому что... Вот она. Так, значит, да, все нашли. Теперь что, семейство есть? Опа. Флэшбэки? Повесилась одна. Семейный фото. На этой фотографии был я, значит, это моя семья, Тимми и Эллен, моя братья, сестра, моя мама, что это за женщина, я пил с рисунок тебе, что это все. Вот, а двери открыли зато. Так, а мы теперь можем бра восстановить. И у нас еще есть загадка. А, нет, здесь. Вру. И летили, тролливали. О, потайные ходы, я люблю. Секрет лампы. 5 раз по часовой, 3 раза против. 6 раз по часовой. А, 5 по часовой, 5 по час... 5... 3 против и 6... Ты. Понял. Секрет лампы отгадали. Прошлой неделе, как Гарольд оставил нас после путешествия, он изменился, я его не узнавал. Он, но, как наивно дуру, думал, что он просто утомился, как я не заметил. Я бы могла помочь ему. Каждый день меня поедают мысли об этом, и чувствую, и я чувствую вину. И чувство вины. И короче, она чувствует вину. Хочу уйти вслед за Гарольдом, но ради детей я все еще живу в этом проклятом мире. Мои служанки волнуются за меня, позвали доктора, который назначил мне какие-то лекарства. Он говорит мне, что эти лекарства должны мне помочь со всем этим справиться. Но я сомневаюсь, что эти лекарства могут помочь справиться с утратой любви всей моей жизни. Но в одном он прав, я замкнулась ото всех и от детей тоже. Он предложил свою знакомую няню, чтобы она смотрела за детьми. Сказал, что им сейчас кто-то нужен, а мне нужен отдых и постельный режим. А, бедная женщина. Так, бедная женщина. О, а тут открываем, посмотри, есть. Ой, а я в начало попал? А, нет. Не открывается. Ничего нет, что ли? Давай, открывай. Не хочет. А зачем вот эту комнату? Да надоел ты там стонать, ёптель. Хорош. Секрет ламп, ну пойдем в лампу тогда сходим. Правильно? Где эта лампа-то там? Ты уж заб... А, ёб твою мать, он ты здесь. Понятно. Чё там, 5 туда, 3 туда, 6 туда, да? По часовой это же направо, правильно? Вроде как. Секрет лампы, погнали. А как это значит? 3 круга, подожди, 3 круга прямо? По часовой, да? Раз, два и 3. А, 5 надо. 5. Так что ли? Раз, два, 3. Раз. 10. Нет? Блин, я не знаю, короче. Как это? А как это? Подожди, там... Ну, пойдем еще раз спустимся туда вниз, посмотрим, что там нарисовано. Типа круг один, лампы или... Подожди, у меня тут ничего не написано. Да? А у меня есть что-нибудь? Типа, вот. Дневник, тут дневник. Я понял, уйди. Уйди, я говорю. Уйди. Как уйти? На ку. Мне же туда нужно, да? А, не, не туда, вот туда. Нет, я хочу понять, круг в смысле целого этого
Или именно поворот этого, вот этой штучки, блин. Ну, ты понял, да? Все закрыто по-прежнему. Да, не понял, подожди. Значит, ключ. А поворот лампы или... Блин, поворот лампы именно, да? Ну, давай попробуем лампу. Но, блин, там же нужно как бы, чтобы... А как я определю? Я повернул лампу круг. Ой, куда? Где дорога-то? Я повернул круг лампы или не повернул круг лампы? Как это определить? Вот еще сложно определить, опять-таки. Да. Ну ладно, давай попробуем. Так, она все время на место встает или нет? Смотри, нет, она все время как бы не так встает. Так, ну смотри, давай, значит, мы определимся. Значит, 5 кругов часовой стрелки, правильно? Правильно. Значит, ангелок посредине, да? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь назад, да? Разочек. Два. И три. Правильно? Правильно. Теперь опять. Раз. Два. Три, наверное, три. Да, три. Четыре. Пять. Шесть. И чё, ничего не открылось? В смысле? Камон. Как это разгадать? С говном. Не получается. Так, давай еще раз. Итак, попробуем. Может быть, это не круг нужно, а типа именно эту штучку смотри, чтобы как бы, да, типа. Раз, два. Раз. Так, давай вот отсюда. Раз, два. А, все, вот смотри как. Так, от второго этажа у нас ключ появился, да? Так, а сколько времени уже у нас? Так, ребят, наверное, я на этом закончу эту серию. Будем обязательно еще проходить эту игру, чтобы дойти до конца. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Леша, всем счастливо, всем пока.